Всім привіт по ту сторону телеекранів, з вами Ная Діден і програма «Музика по-нашому». Вже за декілька годин на сцені театру імені Щепкіна розпочнеться грандіозне дійство. До Сум завітав столичний симфорок-оркестр «Lords of the Sound». Симфорок-оркестр «Lords of the Sound» – колектив ще зовсім юний. Ще з його заснування минув рік, але заявити про себе вони встигли. За рік тричі об'їхали всю Україну і підкорили серця багатьох слухачів, навіть тих, хто не є прихильником класичної музики. Молоді, талановиті і віддані своїй справі музиканти. Вдало підібраний репертуар, світлові та відеоспецефекти – все це «Lords of the Sound». З першого змаху диригентської палиці присутні на концерті розуміють – це кохання з першого погляду, а точніше – з першого звуку. А поки музиканти дістають свої інструменти та готуються до саундчеку, ми маємо можливість в затишній атмосфері кафе «Анклав» поспілкуватися з диригентом оркестру. І так, сьогодні у нас в гостях дирижер симфонічного оркестру «Lords of the Sound» Віталій Сараженський. Ну, для начала давайте немножко о вас поговорим. Расскажите, как вот так получилось, что вы стали дирижером? С детства так повернулась судьба, я стал скрипачом. Я работаю с 91 года в театре. Работал в Киевский академический областной муздрама, областная. Видно, четырех струн уже не хватало, и захотелось чего-то помощнее. А кому вообще пришла идея создать вот такой оркестр? Идея пришла мне в голову. Какая-то поломка в колонках дома в домашнем кинотеатре. И смотрю фильм, а ничего не происходит. И я поймал себя на мысли, что он пустой. То есть в нем нет души просто. Вот ты смотришь картинку, что-то меняется, происходят какие-то действия, а души нет. И вот здесь зародилась эта идея – показать душу, то, что никто не видит, и сам процесс, как это воспроизводится музыкантами, людьми. Вот и все. Интересная история. А кто из вашего коллектива выбирает репертуар, который будете играть в программе? Я очередной дирижер Виталий Фейзер, очень перспективный музыкант. Дирижер и музыкант, он фаготист сам. И продюсер коллектива Андрей Новаторов, тоже перспективный молодой человек, который болеет не только за оркестр, он действительно болеет за искусство и за молодых специалистов в этой области именно на Украине. То есть мы болеем, для нас это немаловажно. Я прекрасно помню начало и середину 90-х годов, когда были трудные времена. Хорошие специалисты, молодые музыканты, которые заканчивали консерваторию, они просто уезжали за границу и там оставались. Потом эта проблема
выровнялась, и ну, я надеюсь, каким-то вот, образом, своим старанием мы сохраняем вот этот момент, чтобы они здесь оставались, чтобы это не исчезало. Потому что это наша родина, это наша держава, и кто-то ее должен строить, кто-то должен здесь что-то воспроизводить. А кто как не молодые. Оркестр очень молодой, вот ребята все с огнем внутри. Приходите на концерт и смотрите, вы это почувствуете. Сложно было вообще набрать музыкантов? Желающих много, как обычно. Ну, модным словом в последнее время это все называется кастинг. Лучшие из лучших попадают в оркестр. Коллектив более такой молодой, более современный, а басист, он выделяется, вот он уже более старшего возраста. Вот как так получилось, что он попал в такой коллектив? Это давний мой музыкант, мой друг, хороший специалист. Мало того, он хороший организатор. И в любом оркестре есть такая должность инспектор оркестра, как старшина, старшина в армии. Вот он всех оберегает, он как папа у них все. Все какие-то технические, бытовые проблемы, это все к нему. И он прекрасно с этим справляется, люди его любят, уважают. И вот таким образом он вокруг себя их собирает, они его слушаются. Вот хотелось бы узнать про ваши обычные репетиции. Как они у вас проходят? Возможно, у вас есть какие-то традиции небольшие? Традиции, я думаю, еще не зародились, потому что мы молодые. Больше всего меня радует, как и любого руководителя и дирижера любого коллектива, то, что люди приходят на работу заранее, и они не ждут, когда это закончится. Четырехчасовой репетиции каждый раз просто не хватает. И заканчивается репетиция, понятно, что уже нужно всем идти домой. Общение в коллективе продолжается еще на протяжении там 40-50 минут. То есть никто еще никуда не уходит. Да? Да. У меня такой вопрос волнует, даже лично меня. Угу. Вот вы очень много из многих фильмов используете саундтреки. Но также вы используете мелодию из «Сумерков». Угу. Но большая часть аудитории так скептически относится к этому фильму. Почему вы выбрали вот именно этот фильм? «Сумерки» попали в репертуар лишь только по желанию зрителя. То есть зрители хотят. У нас есть своя страница ВКонтакте, то есть в интернете люди пишут, а вот почему нет, хотим слышать, хотим слышать, хотим слышать. Да без вопросов. Желание зрителя всегда закон, конечно же. Какая лично ваша любимая? Говорил, у меня нет ни любимых саундтреков, у меня нет там, ну, особенно каких-то вот в сердце. Я за все переживаю, всем этим болею, я это чувствую, я в этом живу.
все родное, оно все родное. Когда это исполняется качественно, это заводит любого человека. Это чувствует не только сердце, это чувствует тело человеческое, потому что музыка все равно это вибрация чего-либо, струны, либо деки. И ты это ощущаешь. Когда это исполняется качественно, это можно слушать всегда и днем, и ночью. Поэтому это для меня главный критерий. И ну, нет у меня понятия, там, любимая какая-то мелодия. Ну, а какая композиция, возможно, была самая сложная вот для коллектива, для разучивания? Довольно объемные и сложные композиции из «Гарри Поттера». Профессионально-технические просто были моменты такие тяжелые. Вы не просто играете оригинал, а вот ближе такой кавер, то есть вы что-то свое преподносите. Конечно, да. А почему вы решили вот сделать как бы такой формат? Ну, потому что и я, и Виталий Физер, мы отчасти занимаемся аранжировками и вносим, так скажем, свои какие-то творческие моменты, то, как хотелось бы это слышать, видеть. Я наш состав называю театральный оркестр. Мне все музыканты задают вопрос, что это за понятие театральный оркестр. То есть ну, нет такого ни направления, ни состава. Театральный оркестр – это тот оркестр, который должен уметь играть все. Джаз, классику, рок, да все что угодно. Нужно сыграть это, да, пожалуйста, мы можем играть это. Они должны, они умеют, они это делают, перестраиваются эмоционально буквально в считанные мгновения. Да, вообще сложно подготовить вот такую программу? Приблизительно 10-15 репетиций полноценных. Ну, у вас музыканты-профессионалы. Да, конечно. Ну, ребята после консерватории, кто еще доучивается, кто в аспирантуре, они все время, так скажем, в теме, они в форме великолепной. Читка с листа идеальная. За дирижером следят, чувствуют, ловят контакты. Это немаловажно. Они уже готовые приходят, подготовленные. Поставьте ноты, сыграй. Ну вот у вас очень такое яркое шоу, вы используете кадры из фильмов, вы используете переодевание, у вас дирижер все время в разных образах. А это ваша последняя точка творческого поиска? Либо вы планируете в будущем сделать что-то еще более шокирующее? Конечно же, не только фильмотреки. Я не люблю рассказывать о будущем, потому что нужно жить настоящим. Вот. Но мы планируем такую шоу-программу «Мировое танго». То есть не только Аргентина, но и Париж. И даже я нашел немного информации. Оказывается, в середине 19 века было такое потрясающее направление украинское танго. Оно существовало здесь. Мы думаем эту программу вместе с хореографией на сцене совместить каким-то образом. Мы это завяжем с оркестром. Рассказывать не буду о планах. Это нужно идти потом смотреть. Заинтриговали. Да. Спасибо большое за то, что пообщались. Спасибо вам за интервью. Для сумчан я с удовольствием скажу, пусть музыка никогда не исчезает в ваших сердцах, потому что музыка, хорошо ли, плохо нам, дождь ли идет, солнце ли светит, музыка нас спасает. Мы все время, даже если не замечаем, мы в ней находимся, мы все время поем, и она помогает жить и развиваться людям. Музыку вам в сердца. I've been here before, I know this room.
Дякуємо. Дами і господа! Лей!